А с тобой? Kind! Это супер-яхта за 1 миллиард долларов! И она достаточно велика, чтобы вместить целый город! Как такое вообще строят? Я хочу туда! Я хочу на эту яхту! Мистер Бист, возьмите меня на эту яхту! Давайте еще какой-нибудь видосик снимем на этой, черт подери, яхте! Пожалуйста! И я покажу вам разницу между ней и мега-яхтой за 300 миллионов долларов, гига-яхтой за 50 гига-яхта. Миллионов, и даже яхтой за 1 доллар. Почему вы продали мне эту яхту? $1? What the fuck? Стоимость хранения все растет, уже 18 тысяч, так что... Стоимость хранения обходилось 18 штук в год. Верно. Интересно. Держите. Спасибо. Поднявшись на борт, мы поняли, почему эта яхта стоит всего 1 доллар. Итак, нас спустили на воду. Посмотрим, что у нас тут. Я не думаю, что пол... А... Понятно. Я не уверен, что она даже доллара стоит. А, мы вообще... Слушай, я бы поплавал на этой яхте, там, сколько по времени, там, минут 5-10, 5-10. Лодка начала тонуть. А дедушка-то молодец, дедушка-то хитер, ай, красавчик дедушка. А мистер Бист по-любому ему больше доллара потом дал. Ну, по-любасу, потому что это мистер Бист. После, до этого случая, до того, как она пошла ко дну. Черт подери. Хотя, может быть, они и сами это все сделали, подстроили, чтобы контентик был, но все равно. Сразу класс! После того, как офигенно. Боже мой, идем вверх! А? Мы тонем! Боже мой, идем вверх, мы тонем! А, ну понятно, палубу наверх. Моя детка! Я заплатил за нее доллар! Ну, кстати, очень странно, опасно вообще, когда судно тонет, идет ко дну, потому что там водоворот получается, она тебя засасывает с собой. Они находятся очень близко. Мне кажется, что тут нечисто. Ай-яй-яй, мистер Бист. Ладно, тебе можно. Ты же мистер Бист. Яхта за 300 миллионов. Которые тоже пойдут ко дну. Осуждаю. Вот яхта за 1 миллион. Осуждаю. Я ж не на Твиче. Запрыгивайте, парни. Хорошо. Давайте посмотрим, что внутри. На яхте за 1 миллион долларов есть, на удивление, большая гостиная. Нижняя палуба со спальней. Еще одна спальня, в которой я не могу стоять. Там спальня намного лучше, чем у меня. А еще несколько... Да и, в принципе, и гостиная там намного лучше, чем у меня. У меня гостиной-то нету. Двух спальных кроватей для детей. Погоди, у тебя есть дети? Крис, Чендлер, Карл, Нолан. Кайнт приемный. А то пришлют спасательную лодку. Вызывай береговую охрану! Интересно, если я поверну, он упадет? Хватит! Это весело! Напишите в комментариях, кто-нибудь плавал когда-нибудь на яхтах? Без разницы на каких. Даже на дешевых, именно на яхтах, яхты, не лодки там, вот эти вот, не парусники, хотя парусники, яхты тоже есть. Короче, не вот эти лодочки, не надувные лодочки, вы поняли, да? А именно на яхте, плавали вы или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Честно говоря, для лодки я вот не плавал. Немного меньше, чем я думал. Миллион долларов. О, боже мой, это мистер Бист! Он видел наш канал! О, боже мой, это мистер Бист! Возьмите меня собой! Увидимся! Это будет здорово! Вот это не яхта. Так что не надо мне писать, что туда плавал, плавая на вот этой посудине. Черт возьми! Но с лодки хотя-то посудина, наверное, тоже стоит больше, чем и 10 тысяч баксов. Вот я здесь немного позагораю. Я очень бледный. О боже, да, вот это хорошая спальня. За 9 миллионов сверху я могу стоять. А прямо по этой лестнице еще 4 огромные спальни. Почему здесь два туалета рядом? Это беда, Джим. Для попы? Как и здесь, для жопы. Потом моешь свою попу. Почему просто не потереться бумагой? Ты такой американец. А наверху еще одна зона отдыха. О боже мой, кресла на яхте за 1 миллион были кожаными и горячими, а эти мягкие. Мягкие и практичные. Живут же люди, я вот прям вот хочу тоже поплавать на яхте в океане. Попить сока апельсинового из трубочки так. Это было не похоже на то, что я пью сок с трубочки из бокала апельсиновый. Сок. Ай, все, погнали. Короче, я хочу на яхту, я хочу тусить. Вы только представьте. Ночь. Вот там на горизонте огни города. Все так красиво. Ты на яхте. Тусовочка. Апельсиновый сок. Это самая красивая яхта из всех, на которых я был. Погоди, ты еще не видел следующую. Она огромная. А раз она огромная,
Я пригласил всех своих друзей! Веселитесь! Идем, идем, идем! А меня забыл позвать! Эта яхта рассчитана на 25 миллионов. Человек, как следует, 25 миллионов баксов. 25 миллионов баксов, Карл! Когда она закончится? Джимми, я все еще иду! Это точно самая красивая спальня из всех, что мы видели. И что хорошо, я не бьюсь головой о потолок. Я едва могу до него дотронуться. На этой яхте есть гостиная. Учитывая то, что он высокий. 1.90 м, наверное, где-то. Или... Вот 1.90 м. Кабинет, массажный салон, 2 столовые и 7 спален. 7 спален! Это лучшая яхта из тех, что я пока... Подожди, на 150 человек 7 спален. Это немало? Я управляю яхтой. Шоколад! Это не Фистаблс. Это не Фистаблс! Спасибо, что спас мне жизнь. Пожалуйста. Да ладно! Нет! Нам надо! Привет, приятель. Ты расслаблен? Там еще и массаж делают на этой яхте. Это хороший шоколад. А это включено в стоимость? Да по-любому включено в стоимость. 25 миллионов. Хотя не, обслуживающий персонал отдельно заказывается. Несмотря на то, что здесь есть шеф-повар мирового класса. Плюс еще несколько миллионов расходов. Поэтому я приготовил им сюрприз. Вы знаете, на чем мы стоим, парни? На яхте. На госпитале. На яхте. Вертолетная площадка. Оу, май гад. Этого не может быть. О, еще как может. Яхта за 25 миллионов, плюс вертолетная площадка, плюс они еще заказывают себе еду в Убере, и вертолетом доставляют эту еду прямо на яхту. Боже. Пицца! Вы здесь! Не верится, что это сработало. Пицца! 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 Боже, 4 сыра, надеюсь. До ужаса боюсь параллельной парковки. А он только что посадил вертолет на движущуюся... Напиши в комментариях, кстати, какую ты пиццу любишь. Я люблю 4 сыра. Обожаю 4 сыра пиццу. Ну, естественно, еще и мясную. Но выбирая из мясной и 4 сыра, я бы выбрал 4 сыра. 25 миллионов, ты получаешь пару гидроциклов. Охренеть. Массажиста, повара, вертолет, доставку на вертолете. Эти гидроциклы. Это просто сказка. Это я бы так лежал. Если вы думали, что эта яхта просто безумие, то посмотрите этот ролик о яхте за 50 миллионов. Хотя, знаете, давайте посмотрим ее сами. Приблизьте. Мы на яхте за 50 миллионов долларов! Блин, мне нравится, как он видео снимает. Он не затягивает, у него все быстро, так динамично. Ну, прикольно, красавчик. Имеет экипаж из 20 человек, включая этого бездомного. Как дела, парни? За 50 миллионов долларов вы получаете пульт для вызова экипажа в любой момент. Сэр, вы меня вызывали? Нет, я просто хотел показать, как это работает. Но это не единственное, что делает пульт. Говорят, что телевизор поднимается и опускается. Круто. Оу. Как медленный чувак. Может, это типа... Я пойду вниз, а вы, парни, идите наверх. Скажите, если найдете что-то классное. Окей! О, какая большая! Здесь как будто бы еще одна яхта. О! Джимми, здесь ничего крутого, не волнуйся! С ума сойти. Ого! Самое интересное, что я просто шел и не знал, прошел ли я половину контроля, я вот или только в начале. Эта штука огромная! Нолан проспал, поэтому он все еще пытался найти нас. Поэтому он все еще на 25-миллионной яхте, которая стоит 25 миллионов баксов. Пит Дэвидсон тут. Если я не увижу Пита Дэвидсона, я потоплю эту яхту за 50 миллионов долларов. Тут мы заметили, что к нам приближается другая яхта. И ее владелец сделал вот что. Я помахал ему рукой и он показал мне свой зад. Найс. Окей, лови! Че это он кинул? Они отдаляются от нас, или мы просто настолько быстрые? Вот это развлекаловка, вот это я понимаю развлечение. Вот как надо отдыхать. А на нас сейчас полетит. Лучше, брат. О, это сделал парень, который больше и сильнее всех нас. Вау, я в шоке. Интересно, а какую еду они подают на яхте? Я слышал, что баранина. Нет, пицца. Баранины. Нет. Перейдем к ужину. О, чувак. Большое спасибо. Устрица. Напишите еще в комментариях, кто ел устрицы. Я не ел никогда в жизни. Да, очень классные. Мой сериал «Бабки» с 4 мая выходит. Но хотел бы попробовать устрицы на яхте за 50 лямов баксов. Найти нас. Куда пошел, мистер Бист?
Мы заметили вокруг наших билбордов множество яхт. Я даже не знал, что их можно размещать в океане. И мы подумали, что кто-то захочет шоколада. Я доставляю шоколад! Эй, ребята, хотите шоколад? Да, конечно! Мне бросать! О, боже! Лучше шоколад, что я ел! Еще бы! Шоколад! Дай мне знать, лучше ли это шоколад на свете! Боже мой! Это 11 баллов из 10! Кёршис не сравнится! Кёршис не сравнится! Все согласны, что он вкуснее, чем Кёршис? Попробуйте сами! Скажи, как он тебе? Честно говоря, он вкуснее, чем рис! Вот что я хотел услышать! Сколько баллов дашь? 10! 10! Я доставляю шоколад по воздуху! Осторожнее! Фистаблс на подлете! На вертолете! За 20 миллионов! Короче, я там вырезал, там реклама была, поэтому ничего особого там нету, там рекламировали шоколадку, и я на всякий случай это вырезал. Утром зашли на борт одной из самых больших яхт в мире. В мире? Стоит 300 миллионов долларов, и на ней более 50 за 1 миллиард готовых выполнить любую вашу во всей просьбу. Вселенной? Куча роскошных комнат и 9 спален. Боже мой. Добро офигеть. Я отсюда верхнюю часть яхты не вижу. Мы 69-е по величине яхты в мире. Это проверенный да, факт? Да, верно. Безумие. 69-е? 6 этажей, огромный бассейн и джакузи с видом. Это здорово. Офигеть просто. Пока я бы хотел бы там... На блин, я бы хотел жить на такой яхте. Естественно, если бы у меня была бы такая яхта, у меня бы были баблишки, чтобы постоянно у меня имелся обслуживающий персонал. И я бы там с офигенным видом снимал бы видосики, стримил бы. И рел стримы. Кайф. Я хочу такое у себя дома. Все парни исчезли в спа. Пойдемте со мной. О, ты стрижешься? Мне показалось, как будто ко мне кто-то постучался. Я уже обрадовался, такой думаю, меня сейчас позовут плавать на яхте. Нет, показалось, послышалось. Я думал, уже мистер Бис приехал за мной. Там живой? Едва. Выглядит некомфортно. А где Нолан, я понятия не имею. О, как горячо! Да! Он додумался залезть в джакузи горячо! С солнечным ожогом. Чувак, там внизу еще что-то есть. С солнечным ожогом такое Боже, себе, да. Как думаешь, у них достаточно гидроциклов? А что охренеть. За этой дверью? Я рискну. Одного из нас. О, щит. Как это офигенно. Эй, всегда будь готов коснуться носа. Джейми, мы можем поесть? Да, когда вернешься. Парни, а как он под... На, ну там по-любому есть эта лестница. Вы бы хотели иметь 300 кораблей за миллион или один за 300 миллионов долларов? Можно почти каждый день в году 300 кататься на разных. Кораблей за миллион. За 300 яхт. Что бы вы предпочли? 300 яхт или одну большую? Выбирайте одну большую. Яхт. Господа, а вы заметили, что к нам причалила лодка? Нет. На этой лодке может быть Том Брэди. Подможет, я имею в виду, что так и есть, и надо поздороваться с ним. Идем. Лодка за пару лямов. Эй, Том. Как дела, парни? А если вы не в курсе, то Том Брэди — это квотербэк номер один в истории НФЛ. Вот здесь можно постричься. Превращается в кабинет дантиста. Можно заодно почистить зубы. Вы бывали на более объект? Боже мой, ты шутишь? Это безумие. Не вздумайте объесться Фистаблс перед... Что за малые там? Я не понял. Дома, потому что я знал, малые вообще даже, по-моему, походу не шарят еще. Не вдупляют, что это происходит. Это бесконечный лабиринт. Я думаю, это самая классная яхта в мире. С ума сойти. И тут еще много этажей. Тарик мастер работы с камерой. Спасибо, спасибо. Эта вертолетная площадка гораздо лучше. Когда я думаю о вертолетной площадке на яхте, я представляю такое, а не то, что было раньше. И с Томом Брейзи мы не могли не поиграть в футбол. Что там за вертолетная площадка-то была за 25 миллионов или за 50 миллионов, я уже не помню. Фигня какая-то, маленький какой-то вертолетик приземляется. А тут большой еще вертолет на пульте управления. А они будут на эту площадку сажать квадрокоптер, я понял. Кайф. Нолан, намажься кремом! Карл, вероятно, худший ресивер, которому вы когда-либо бросали. Если не кинуть ему прямо в голову, он, скорее всего, не поймает. Карл, не облажайся! Бросайте как можно дальше. Вы попали ему в грудь, а надо в голову! Почили с Томом Брэди, остаток ночи мы провели в кинозале. Сказал бы ты, что это лучшая яхта из увидеть... Кинотеатр еще, кинозал еще на яхте имеется собственный. Боже, за миллиард долларов. Что там? Что там за миллиард? Это судно больше 3 статуй свободы. 4 вертолетных площадки. Насколько огромен этот корабль. Это буквально плавучий город шириной 365 метров и высотой 17 этажей. Он вмещает около 10 тысяч человек.
До этого у нас были свои каюты, но здесь более 2000 квартир. Тут есть водные горки, крытый торговый центр, баскетбольная площадка и многое другое, о чем я даже не знаю. Пальцы закончились. И все это в нашем распоряжении. У тебя есть вторая рука. Две у тебя руки. А еще на ногах пару пальчиков. 10 целых. О, водная горка. Только посмотрите, здесь целый аквапарк. Я нарушаю правила. Мы бежим. Прости меня, спасатель. У них в аквапарке живая музыка. Что за черт? Тут даже целый спортивный этаж, где есть все, что душе угодно. Мини-гольф! О, класс! Мы реально играем в мини-гольф на корабле. Помеха! И я не преувеличивал, сравнивая этот корабль с городом. На нем в прямом смысле 7 районов. Это безумие! Но это круизный лайнер. Там просто круизный лайнер. Я скатился с горки, словно это не личная яхта. Телепортировался в другой мир. Тут стоят карусели. Здесь магазины. Ресторан, сколько туда билет стоит? Круизное путешествие. Эй, сколько путешествие длится? Посмотрим, сумеешь ли попасть. Неделя, две. Это фу. Безумие! Зачем фейл. Мне все эти файл. Места? Фул. Я тут один сижу. И оказывается, есть целый этаж для закрытых шоу и мероприятий. Что это, бро? Я понял, короче, это реклама. Реклама яхты. Круизного лайнера. Они медленно, потихонечку подходили к этому... К этой яхте, у меня язык заплетается. К этому круизному лайнеру. Я люблю мистера Биста! Да я тоже! И подпишитесь на мистера Каймсейдж! Прокатимся на карусели! Подпишись на меня. Лайк поставь и комментарий напиши. Божечки, я и хочу на яхту. Решили, что видели здесь все? Что это? Что там как еще? Это вообще строят? В этом гигантском торговом центре, внутри этого гигантского корабля, есть бар, который спускается с потолка. А это что за роборуки? Это наш биологический не, бар. Меня это не удивило, бар на такой яхте, но то, что он спускается с потолка, это немножко, да, удивило. Это детская мечта. Это что такое? Что за яйцо? Страуса. Не отпускай, не отпускай. И у меня остался еще один сюрприз для моих подписчиков, поэтому Нолану пришлось собрать их всех вместе. У меня для вас всех. А, он еще собрал всех подписчиков. Всем подписчикам, которых мы привели сюда, мы дали бесплатный круиз на 3 ночи. А почему меня не позвали? Видео, подпишите, чтобы не упустить свой шанс. Мы сняли почему меня не позвали? Мистер Дядя Бист. Чтобы увидеть его, купите продукт Фистабл. Позовите Кайна. Так, там уже реклама пошла. В общем, я сказать, что под большим впечатлением, это вообще ни хренаюшки не сказать. Это просто кайф. Это такой чил. Поплавать на яхте. За миллион долларов, за миллиард долларов, это не яхта, это круизный лайнер. А вот поплавать на собственной яхте за 300 миллионов хотя бы, это кайф. Так что, мистер Бист, смотри этот видосик. Боже, что я несу вообще, что я говорю? Кто этот видосик-то вообще и посмотрит? Ладно, а чем черт, как говорится, не шутит? Позови меня на яхту, меня зовут Кайнт Сейдж. И подпишись на мой канал. Прикиньте, MrBeast подпишется на мой канал. И оставит еще комментарий. Это вообще будет просто вынос мозга. Я буду доволен этому. И мне не нужна не будет никакая яхта. Это не точно. Нужна будет мне яхта. Все, братишки, спасибо вам за то, что провели время на моем канале, посмотрели со мной видосик, напишите свои комментарии, кушали ли вы устрицы, катались ли вы на яхтах и, может быть, на круизном этом лайнере, и под впечатлением вы вообще, как бы, вот. А с вами был Кайнт, до скорых встреч!